надо посмотреть расписание, когда русалки, у них там русалки там плавают прям в бассейне, а не в этих с этими рыбками. Так что, чтобы интересно. Не всегда, да? Нет, они не всегда плавают, не каждый день. Там вроде как по расписанию. Не знаю, может летом сейчас каждый день, а зимой было как-то там то ли понедельник, через день они как-то плавали. Ну и вот она сама площадь медальная, где происходили все торжественные моменты по вручению наград. А вот это сюда поднимается, да. Это там мост, виадук, это большой мост.